Озвучка Джейкуб представляет. А дело в том, что... А мне нужно включить компьютер, чтобы было хорошее освещение. А в доме действительно бардак. Это выйдет наружу, выйдет наружу. Белый цвет. А я запущу программу блокнот. Тогда все. О, так хорошо. Ребята. О, нет. Ребята, рад всех видеть. Я пришел. Я сейчас не играю в игры. Позвольте мне взять пульт, чтобы включить кондиционер. Я опоздал, да? Мне жаль. А, вы спросили меня, что не так с моей рукой. Я поранил ее во время тренировки. Я случайно не подумал об этом и сделал интервью, показывающее мою руку. Я думал о том, как вы будете переживать по этому поводу. Я забыл про нее, мне жаль. Она немного поцарапана, ничего страшного. Кто-то может это увидеть и спросить, дрался ли я с кем-то. Нет, это просто от тренировки. Ребята, прошло много времени. Я пришел к вам в прямом эфире. Я хотел встретиться с вами и пытался поговорить о разных вещах. Мы хотели найти способ поговорить с вами. Я говорил об этом с компанией. Но за это время... Сколько времени прошло? За прошедший месяц? Ну, конечно, может быть и нет. А для вас, ребята, это может быть и не месяц. Я просто старался изо всех сил, ребята. А думаете, я бы ничего не сделал? Парень с характером, который терпеть не может, не работать. А в любом случае, я уже давно вышел на работу. Dior. Это была выставка Lady Dior. 현장이라고 했습니다. 네. 우리 지민아, у Чимина должно быть есть график работы. Это верно. Я думаю, что мне интересно посещать такие места. Я такой. Идти ли мне туда вообще? Пойти и сказать, что я посетил Dior, это же очень увлекательно. Однако, когда человек часто посещает такие места, он становится таким жестким. Трудно представить себя в хорошем свете. Если кто-то приблизится к тебе и скажет, приятно познакомиться, спасибо, что пришли. О, нет, я не могу так сказать. В итоге я говорю, спасибо. Я пошел сегодня и очень нервничал там.
Ребята, вы пришли, и я увидел, как вы меня приветствуете. Я был так благодарен. Это напомнило мне об этом в прошлом. Когда я ездил в Париж, это было, когда я ездил в Америку, да? Меня ждало много фанатов. Было время, когда я не мог поздороваться. А я тоже хотел поговорить об истории, стоящей за этим. Я внезапно подумал об этом, поэтому упомянул. Была такая штука. Прежде... А что это? А я пришел, и там было так много фанатов армии. Я вошел внутрь к менеджеру и осмотрелся. Я поздоровался с вами, ребята, и мне было весело. И когда дверь открылась, я смог выскочить и поздороваться. Это то, о чем я подумал. Мой менеджер и я были так взволнованы и подумали: пойдем поздороваемся. Я оделся и был готов. Я вышел из зала, когда дверь открылась, и там были все. Потом я подумал, что поздороваюсь с вами и сяду в машину. Дверь была открыта, но никого не было. Я вышел не в ту дверь. Я помню, как уходил с работы таким образом. А вот почему на этот раз я подумал о том, чтобы поздороваться с вами, ребята. В любом случае, сегодня было весело. Многие из вас пришли поздороваться. А вы тоже пришли, чтобы увидеться с другими людьми. Я был очень благодарен. Мне понравилось то, что я смог увидеться с вами, ребята. Это не может продолжаться так. Прошло много времени, но так и осталось все. С моей рукой нет проблем. Те, кто пришел поздно, возможно, этого не услышали. Я поцарапал ее во время тренировки. В этом нет ничего страшного. Правда, нет ничего страшного здесь. Это немного... На самом деле, я ее просто немного поцарапал. Вам понравилось меня увидеть? Ведь прошло уже много времени, верно? А мне тоже это нравится. Я чувствовал, что вы, ребята, придете. Я также немного похудел. Да. А также... В любом случае, ребята, у вас все хорошо? Я занимаюсь разными вещами. Я вообще не болен. То, что я делал в последнее время... Ничего особенного. Причина, по которой я не смог увидеться с вами, ребята, заключалась в том, что я думал о многом. Я не знаю, смогу ли я сказать это прямо сейчас. Но мне хотелось быть холодным и оценить себя. Это было похоже на закрытую тренировку. Такое ощущение, что я учусь чему-то снова впервые. Я многое почувствовал, занимаясь сольной деятельностью в марте. Реально, мне очень многого не хватает. Я не могу так поступать. Я так думал. А мне было очень неловко. Дело не в том, что я нервничаю или в плохом духе. Это было правильно, что мне чего-то не хватало. Вместо того, чтобы дополнять эти вещи, я хочу попробовать что-то новое с нуля. На самом деле, я не думаю, что когда-либо делал что-то подобное, где мне хотелось бы начать с самого начала. Когда я думаю об этом сейчас, это все оправдание. Я лентяй. А вот почему у меня было время для себя. Я работал над сочинением песен. Я правда почувствовал, что благодаря практике я снова делаю все по-новому. Знаете, в последнее время это всегда так. Почему я до сих пор не сделал этого таким образом? Это не было просто практикой, я действительно учился чему-то новому.
Я это хорошо понял. Но что я могу сделать? Я не могу впасть в отчаяние и не могу просто остановиться. Я должен попробовать. Попробовать с самого начала. А для того, чтобы уверенно выступать на сцене, мне хочется измениться еще больше. Я делаю все возможное в одиночку. Я хочу пробежаться по каждой проблеме, а их так много. Я делаю все возможное, чтобы сделать шаг в этом направлении и преодолеть это. Итак, ребята, я не приходил. Я намеренно не приходил. Однако, судя по тому, что я вижу, подготовка этих вещей займет много времени. Итак, прежде чем я внесу эти изменения, я хотел поговорить с вами в оставшееся время. В любом случае, мне тоже придется пойти в армию. За это время я думал о том, что мне следует делать и как провести время с вами. Пока достаточно времени, но хотелось бы иметь больше времени, чтобы видеться с вами, ребята. Мне жаль. Я всегда знаю, что вы ждете меня. Я очень хорошо знаю, как вы заботитесь и болеете за нас. Я рад это видеть и усердно тренируюсь. Я тренируюсь и продолжаю брать уроки английского. Это непросто. Мне уже 30 в следующем году. Это непросто. Начать что-то новое. Это всегда непросто. Но я должен это сделать. А я попробую это. Итак, это нелегко. И я почувствовал это снова. Если я не заставлю себя брать уроки, у меня ничего не выйдет. Люди ленятся, да? Например, знаете, есть такое... Я прихожу домой вот так. Сейчас 9:07. Думаю, мне нужно умыться в 9:30. Но мы все равно не умываемся. А позже, когда будет час ночи, мне правда нужно умыться, чтобы лечь спать. Вы ведь знаете, что такое случается. Поэтому я заставляю себя и хожу на занятия. Я проживаю свою жизнь медленно, вот так. В основном это уроки. А если не считать нескольких съемок, прошло около 2 недель, как я ушел из дома. Я был просто один. В эти дни тоже, чтобы упорядочить свои мысли в голове, я также пробежался возле реки Хан. Всякий раз, когда я выхожу куда-нибудь, рядом всегда есть Арэм. Когда я бегу посреди ночи, кроме меня на улице никого нет. Но Арэм приветствует меня. Я чувствую, ой, я снова встретил тебя сегодня. Говори на английском, пожалуйста. А если вы меня спросите, то я не знаю, как мне это сказать. Мне нужно сказать предложение прямо сейчас. Тогда я говорю это вот так. Я говорю довольно медленно. Хочу ли я увидеться с Арми? Не задавайте мне таких вопросов. Чимин, в какое время ты бегаешь? Прошепчи по секрету, скажи мне. Даже если я прошепчу это здесь, все услышат. Какой смысл это имеет? Я тоже очень скучаю по вам, ребята, но...
Я поел. Раньше у меня был поздний обед. Мне скоро исполнится 30. А у меня тоже есть такая мысль. О нет, давайте поговорим об этом позже. Ничего особенного. Это как... А я хочу пережить самые счастливые времена, когда мне будет за 30. По-новому. Я думал об этом. Как сказал нам Джун, сейчас вторая глава. Они забывают, что многие люди болеют за тебя, Чимин. Если нет людей, которые меня поддержат, специально для этой работы в этом нет необходимости. А нет людей, которые могли бы присматривать за мной, и нет никого, кто бы меня выслушал или поддержал. Это может быть самоудовлетворение. Мы не можем сделать это таким образом. А здесь есть те, кто меня поддерживает. А многие люди дают мне поддержку, которая не соответствует тому, кто я есть. Поддержка, которая не соответствует тому, кто я есть. Думаю, я неправильно выразился, простите. Не совпадает. Поддержка, которая не соответствует моему месту. Я получаю ее, потому что хочу сделать это еще лучше. Я не говорю, что буду стараться больше, чтобы стать лучше. Я думал, что мне нужны новые изменения. Я уверен, что смогу это сделать и изменить себя. Я изменюсь и постараюсь подарить вам улыбки. Пожалуйста, подождите немного. Мне нужно время на эту часть. Правильно сказать, что я тоже опоздал. И правильно, что пришел именно сейчас. С тех пор, как я осмелился носить надпись BTS на своей спине, я думаю, что изменения необходимы. А в любом случае... Прошло уже какое-то время после того, как я в последний раз был в эфире. Я сделал макияж и прическу тоже. Я также сегодня подстригся. А не до такого. Мои волосы подстрижены вот так. А вот почему я пришел. А сегодня день рождения Чонгука. Чонгук очень занят. Я вчера разговаривал с ним по телефону. Он очень занят. Я надеюсь, что он хорошо позаботится о своем здоровье. Пожалуйста, отправьте ему много поздравлений с днем рождения. Это чудесный день, правда? Чимин, почему ты повредил руку? Пересмотрите это видео позже и узнаете. И правда, есть чем похвастаться. Я покажу это вам. Я просто пришел сегодня, чтобы встретиться с вами, ребята. А ребята, есть чем похвастаться. Я не хочу показывать вам это место, потому что здесь такой бардак. Поэтому для меня дома... Я не планировал сегодня выходить в эфир. Мне жаль, простите, что я так говорю. А я правда не собирался этого делать. В последнее время я никуда не хожу и просто остаюсь дома. Вам, ребята,
Нет места, чтобы показать вам даже. Но это действительно не похоже на меня. А мой друг действительно смеется над этим. А я правда. А во время просмотра видео... Огни настроения были такими красивыми, ребята. Действительно. Хотя это довольно забавно, мой друг увидел это и был потрясен. Один парень, который живет один, спит с включенной подсветкой. Ребенок, которому уже исполнилось 30. Это так странно, да? Итак, а мне очень неловко, хотя это очень красиво. Я хотел похвастаться этим перед вами, ребята. Мне нужно закрыть дверь и включить свет. Пожалуйста, подождите. Я покажу это вам. Но в последнее время... Я смотрю на потолок и пространство. Пожалуйста, подождите. Вам меня не видно, да? Посмотрите на это. Я покажу вам это. Это потолок моей комнаты. Одна секундочка. Это декоративная подсветка, которую я купил. Это красиво, правда? А это солнце. А это... А Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун... И Плутон. Для этих больше нет названий. Я лежу и смотрю на это, прежде чем уснуть. Выглядит нормально? Честно говоря, это так, да? Я засыпаю, глядя на это. Я также могу настроить время. Это красиво. Правда красиво. И это вроде как бы это сказать... Это реально. Я твое лицо? А, что вы говорите? Я твое лицо? А что вы говорите? Это красиво, правда? Я определенно считаю Сатурн красивым. Я делаю такие вещи каждый день. А я изменила это только на голос? Я живу своей жизнью, делая такие вещи. А еще у меня есть это. У меня также вот это есть. Готово.
А в доме так жарко. И... у меня еще вот это есть. А, я снова нажал неправильно. О нет, кажется, это будет реклама, поэтому я не буду. Купил коробку этого. Сейчас играю в игры. А есть ли у меня что-нибудь поесть? Что-то вроде компьютерной игры. А в любом случае... я проживаю свою жизнь вот так. Я говорю вам, что я жив. Со мной все хорошо. А можете ли вы увидеть мою секретную комнату? А вы можете увидеть секретную комнату. А, что я могу вам показать? Тогда я покажу только это. А мне, правда, не хотелось показывать свою комнату. А здесь есть спортивный инвентарь. Каждый день здесь... а здесь есть также мешок с песком. Но это моя секретная комната. Прямо здесь. Это спальня моего отца, когда он приезжает ко мне. Я могу что-нибудь показать из папиной комнаты, хорошо? Пылесос. Мои родители приехали ко мне домой и сказали мне: «В твоем доме действительно ничего нет. Этот дом как модель дома. Не похоже, что здесь живет человек. Хочешь, мы тут немного все изменим?» А, в любом случае, это так. Да. Хорошо ли все у моего Маримо? Я оставил его в компании. Не знаю, живой ли он. Как долго он живет? А я должен спросить об этом. А наш Шуга живет хорошо? Съел ли я его? А люди могут это есть? Шуга остался один? Да, остался один. Он должен быть независимым. Как долго вообще он требует ухода? Они все живут сами по себе. Если я позволю ему жить, оно должно жить по праву. Мне жаль. Я скучаю по Джину и Джей-Хопу. А думаю съездить к ним в гости. Давай приготовим рамен во время эфира. Нормальная идея. В следующий раз приготовлю его. Я сейчас не собираюсь есть. В последнее время я не чувствую себя голодным. Еще вчера, позавчера. Я ел только один раз в день. А это потому, что сегодня мне нужно было сфотографироваться, и я хотел увидеть вас, ребята. А есть не так уж много вещей, которые я хотел бы съесть. Ты никогда не встречал меня, но я встретила тебя в своем сне. Впервые я тебя увидела в 2018 году. Я учусь на первом курсе. Оно пошло вверх. Мне жаль, я хотела это дочитать. А я очень скучаю по тебе в последнее время. Почему?
А вы задаете вопрос себе? Почему? Почему? Почему это для меня? Что это? А я очень скучаю по тебе. Почему? Посоветуй, как мне быть сметенным. Я думаю, все по-разному, смотря куда тебя унесет. Я очень скучаю по тебе, Чимен. Могу я обнять тебя пока онлайн? Да, можешь. Ты мне снился дважды. Я всегда скучаю по тебе. Пожалуйста, скажи, когда я приснился тебе в пятый раз? А какой марки твои серьги? Это не бренд, они просто круглые. Здесь у меня была такая же. Дырка в ухе слишком узкая. Это пирсинг. Я вставил его руками, но это вызвало инфекцию, и мне пришлось снять его. Сегодня ты выглядишь особенно потрясающе. Спасибо. Кажется, твоя рука очень болит. Нет, она не болит. Пожалуйста, поднеси лицо поближе к камере, Чимин. А вы получили свадебное приглашение? А мне жаль. А что у тебя с рукой? Посмотрите видео позже. Чимин, я люблю тебя, пожалуйста. А, да, все в порядке. Спасибо, я тоже вас люблю. Какой у тебя сегодня TMI? Очень скоро. А я собирался зевнуть, но не смог. Есть ли планы на деятельность? Я думаю об этом, размышляю и говорю об этом прямо сейчас. В следующей жизни я хочу родиться Чимином. Ты заставляешь мое сердце дрожать. А в моем последнем сне мы встречались, но ты меня бросил. А мне жаль. Я уверен, что это было непреднамеренно. А должен ли я прокрутить вниз комментарии? Процедура ухода за кожей? Ничего особенного, я просто умываюсь. И я просто наношу крем на лицо. Просто крем. Покажи свои 7 татуировок. Вы видели это вчера? Фотографии ведь есть. Правда. Я видел это. Определенно, я анчоус. Анчоус, ох. Просто посмейтесь над этим и идите дальше. Ты должен хорошо выспаться, как и сегодня. Это редкость, но сегодня я спал хорошо. Обычно, когда у меня есть график, я плохо сплю. Думаю, я проспал 8-9 часов и вышел. Я думаю, у тебя простуда, с тобой все в порядке? У меня вообще нет простуды. Я думаю, что это потому, что я говорю очень тихо. А в любом случае, я хотел провести немного времени с вами, ребята. Ну, во-первых, это была моя новость. Я живу свою жизнь, думая о нескольких вещах. Второе, подсветка настроения очень красивая. И третье, шоу Dior было очень веселым и красивым. А для меня было большой честью быть приглашенным на это мероприятие. И еще я очень нервничал. Это была красивая выставка. Это 4, да? Четвертый пункт. А что было первым? А, смотрите, я становлюсь глупее.
Пожалуйста, поздравь Чонгука с днем рождения. Давайте встретимся снова. Мы сможем встретиться еще раз. Давайте устроим день, когда я включу световую подсветку, потому что не смогу спать, и мы вместе заснем. В один день какой-нибудь. Твое лицо прекраснее луны. Спасибо. А знаешь, почему закрываются всемирные шоколадные фабрики? А что это такое? Оно, похоже, много шоколадных конфет все еще продается. Что это такое? Причина закрытия шоколадной фабрики? А что это такое? Я продолжаю читать комментарии. Что это такое, причина, по которой закрываются шоколадные фабрики? Я правда очень... А действительно, когда я один... А вы смотрите программу «Переезд»? Поскольку я один, я обычно не смотрю дорамы и фильмы. Я просто не смотрю телевизор. Если смотрю... Я мало смотрю, хотя «Переезд» видел полностью. Было весело наблюдать. Я также смотрел весь «Теневой детектив». А что я еще смотрел? А во всяком случае, я посмотрел всю серию этих двух дорам. Я тоже хочу летать. И вообще, почему закрылась шоколадная фабрика? По какой причине закрылась шоколадная фабрика? Я пропустил это, потому что комментарии были быстрыми. По какой причине закрылась шоколадная фабрика? Я уйду после получения ответа. Причина закрытия шоколадной фабрики в том, что Чимин такой милый. Ай, ребята, было приятно вас видеть. Я пойду сейчас. Я избавлюсь от макияжа, умоюсь и лягу спать. Не могу сказать, что помою посуду. Я тебя не понимаю, но мне приятно тебя видеть. В любом случае, ребята, берегите себя. Я думаю, что сейчас это происходит, но по-прежнему очень жарко. Пейте побольше воды и будьте осторожны. Кажется, идет сильный дождь, поэтому будьте осторожны на дождливых улицах. Будьте всегда здоровы, и я надеюсь, что эти дни будут полны счастья. Надеюсь, вы закончите свой день счастливо и хорошо уснете. Хорошо поработали сегодня. Пока. Я тоже вас люблю, сегодня и завтра. Это была... Озвучка Джейкуб.